Так, сейчас будем играть в Джорни. Но, скорее всего, я не знаю, сколько уже времени. Мы не сможем сегодня ее до конца пройти. Мы ее будем проходить в два захода, наверное. Ну, это если она мне понравится. Есть небольшая задержка? Да нету. У меня не стоит нигде задержка. Это, скорее всего, минимальная твичевская задержка. Может быть, у стримера задержка в плане того, что ее... Ну, я отвечаю долго. Ее надо проходить за раз. Но я не могу, у меня фильмы. Так что, сори. Как бы, понимаешь, я в чем и прикол, как бы, у меня сегодня спонсорский стрим и стрим то, что заказные видео. И типа, вот если бы я вчера спонсорский подрубила, это одно, но мне было херово. У стримера задержка, ага. Так, блин, что так желтенько все? Так, графика. Просто вообще, саунд, на самом-то деле у меня аж как, типа, если вы мне дарите игру, это еще не значит, что я в нее обязана играть. Если вы ее хотите заказать, для этого другие условия есть. Вот, поэтому я, ну, мне пришлось ее сделать так, как она, как бы, как она есть. Писёк. Мы в пустыне. По чату видно задержку, чат на экране и тут. Все, отвалить от меня. Жесть, мы на пляжу, ребят. Мы на пляжу. Тупо отдыхаем. Так. Угу. Куда-то бежать надо. В степь, походу. Мы бежим в степь. Куда бежать-то надо? Алло. Есть что? Куда бежать? Ну ладно, бежим прямо, значит. На горку? Не туда? Да в смысле? Тут посмотри, сколько горок. А, вот туда надо? Стример не тупой. Я что-то тупить начала вообще жестко. Еще что-то спать захотелось. Может, это от этих таблеток странных? А что так тихо? Ну ладно. В тишине посидим, попердим. Я буду разговаривать. Блин, чихнуть хочу. Сюда же на горку, да? Я валерьяночку пила. О-о-о, красиво. Только все желтое такое, я сейчас ослепну нахрен. И что теперь? А, мне, короче, надо идти на свет. Я поняла. У-ху! Ля. Главное, знаете, как говорят, не иди на свет в конце туннеля, а мы идем на свет. Нормально. Все нормально. А что, все приподдохли немножечко, да? Самую малость. В смысле, что за херня, не могу понять.
А, прыгать не надо, он сам все сделает, окей. Игра без слов, да? Так, Ctrl, Ctrl. Я чё умею? Я парю! А, и всё? Типа всё? Фатима, открой личико, иди направо, там развалины. Вот те, что ли? То есть, короче, здесь задание периодически собирать эти херни и летать для того, чтобы быстрее передвигаться? Bigby, did you play this game? Так, ну я пришла к развалинам. Те развалины, чини. Лошадка, ну грубо, ну камон. Ты же девочка. Ну я пришла, мне кажется, не туда. Мне банить за... Не-не-не, за... не надо. Я тут вообще нихера не понимаю. Тут даже обучения особо нет, поэтому не надо банить. Там панно надо открутить. Кого открутить? Я себя чувствую максимально тупой в этой игре. О, я что-то сделала, гайзики. А теперь что надо делать? Канис пёс, он сам об этом открыто заявляет. Да я понимаю, но все равно мне как-то не нравится такое обращение. Я понимаю, что лошадка не со зла, но что-то как-то вот не знаю. Блин, что делать? Гуляй дальше, это обучающий уровень. Ёб твою мать. Ну, пойдем вот туда вот. Какая-то штука там. Непонятная. А я вообще туда смогу зайти? Наверное, нет. Спасибо, лошадка, спасибо. Видимо, мы тут надолго-то, походу, да. Алло! Вы шо, псы? Меня сдувает! Ладно, видимо, нам туда не надо. Ну что, оно светится, я же вижу. Его нельзя собрать, что ли? Тут заперто. Ладно, видимо, надо с лестницы, что ли. Хотя как? Я не понимаю. Капец, блин, вы мне подарили высокоинтеллектуальную игру. Стримерка тупая, вы шо? Нельзя же так со мной. Ты взяла один кристалл, он светится. Сейчас два горит. Сложно. Гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули.
Гули, 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 гули. Ну, ладно. Допустим. Стримерка будет умнеть? Очень сомневаюсь. А-а-а, надо взять там, прийти сюда и полететь. У-у-у, у-у-у. Классно. Я додумался, я не тупая. Ну, иди сюда. Гули, гули, гули. Стой, стой, стой. Опа. Ебой. Ля, у меня монобровь. Видели, видели? У меня монобровь. И что теперь? Так. Понятно, дальше идем. А что оно мне дало, я понять не могу. Я что-то собрала, а что собрала, даже не знаю. У меня... А, у меня длиннее дресня стала. Ух. Моя дресня стала длиннее, ребят. А вы можете таким похвастаться? Уу! Стой! Отпусти и забудь, никого уже не вернуть. Отпусти и забудь. Что надо сделать, колесико? Колесико? Что надо сделать, мать его? Не понимаю. Я свечуся, я молюся. Видите, монобровь, я же говорю. Найди мне жену. Хе-хе. Саунд, это ты? Саунд. Саунд, я в пустыне заблудилась, помоги. Сейчас расскажут историю. Окей, режим ждуна включен. Ну, как ты сказал, игра проходится за 2 часа, значит, мне ее надо проходить часа 4. Угу. Угу. Так, что-то какие-то камушки. Какой-то столб. Чей писюн нарисовали? Здорово, монки, да, попозже будут. В категории ЛГБТ+, зачем? Она у меня стояла. Мне постоянно заходят и спрашивают, а зачем туда эта категория? Мне надоело объяснять, поэтому не хочу больше. Все, мне идти прямо, да? Короче, игра называется «В поисках Саунда». А че? Куда-то ее штырит немножечко. Мы умерли, ребят. Идите на свет, ребят. Игра рандомно подключает кооп. В смысле? Я сейчас буду с другими мужчинами и женщинами? С одним? Да в смысле? Не хочу ни с кем быть. Так, стоять. У меня сколько там на шарфе? Много? Половина. Блин, ну я не долечу, скорее всего, туда.
Ага. Рэби Супермен! Всемося, ясно? Да делай ты вжунь вверх! Она не делает, ребят, вжунь. Значит, мне не туда. Значит, мне не туда. Чеши налево. А, это право, значит, мне налево. Туда. Надо собрать мост. В смысле? Господи, никогда бы в жизни не догадалась. Вот это кусок моста, да? Кусок моста чини, не могу понять. Жесть, как будто на скейтборде. Не, ну анимация вообще типа прикольная, мне нравится, несмотря на то, что все желтое. Не забудь, никого уже не вернуть. Блин, надо будет посмотреть «Холодное сердце». Я, кстати, вторую часть вообще не смотрела даже. О, это второй чувак там что-то летает, да? Здорово, братиш. Что это такое? Пробел чешу? Нет, не могу. Ерихон, я тебя называла. Ты писюн, тебе этого мало. Я собрала мост. Можно проходить вместе так быстрее, если он не первый раз играет. Так, а мне все мосты надо собрать или только вот этот и на него подняться? Что я в душе не чаю, если честно. Три. Ага, окей, понял, принял. Подойди к нему и поговори, каким образом. Где он тут? Братан, братишка! И как мне с ним поговорить? Твою мать, Макарчик, ты живой? Жесть. Привет. Привет, работяга. Добро пожаловать обратно в волчью стаю, мой хороший. Так. Ну, пошла я мост собирать, чешу. Он играет первый раз. А, ну и я первый, нормально. Мы друг друга нашли.
Ой, это что такое? А, ну мы все, мы отстроили мост. Ага. Надо наверх подняться, вот этот вот свет взять. Свету немножечко взять. Оказывается, если ненадолго покинуть Твич, то можно даже жениться. Не гони, серьезно, ты женился? Вот это попадос! Кек. Пока только предложение сделано, уже согласилась жесть. Но я тебя поздравляю. Надеюсь, тебе попалась хорошая женщина, которая не будет тебе вынимать мозг. Ты не все кристаллы собрала. И что мне делать? Какие кристаллы? Вот тут то, что светится. Ну, я просто думала подняться наверх, а потом спуститься вниз. Ну, полететь, типа, так легче. Просто я не понимаю, как здесь сейчас надо будет это... Сука, собака. Ой, это что такое? Так, я вообще мышкой зажимаю. Я зажимаю до конца, он все равно не летит. Ну, не хватает длины шарфа. Мне, видимо, надо в другом месте где-то еще найти. Хватает, просто я не очень, да? Да ёб твою нахер за ногу, ты меня бесишь уже, не могу. Она ещё так медленно бегает. Не люблю, когда медленно бегают. Тебя должны... эти штуки понести... Нахрен за ногу. Сейчас начнет гореть. Даже под валерьянкой, блин. Куда она улетела-то, ёб твою налево? Иди сюда. Ты можешь, сука, сюда подлететь и заполнить мне шарф? Не, никуда меня, блядь, не несут. Херня какая-то собачья. Ну давай. Ну сюда лети. Thank you.
Ладно, я поняла примерно, как надо делать, но оно, сука, не хочет ко мне лететь. Да я поняла, вот, я стою, делаю и лечу, 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 у-у-у, есть, я долетела. Япона-матрёна просто. Так, шарфик стал чуточку длиннее, класс, всегда мечтала. Так, куда теперь надо? Интересно, я все открыла или нет? Или, ну, не все собрала? Как посмотреть, все я собрала или не все? Одна с левой стороны под пескопадом. Значит, слева это вот туда. Угу. Тут музычка еще такая прикольная. Еще бы найти этот пескопад, если честно. А, вот тут, наверное. А я вот тут наверх смогу подняться или меня будет сдувать, интересно? Да, я тоже подумала про писькопад. Это писькопад! Аллилуйя! Дождь из писюков! Оу, е! Давай, давай, давай! Ну-ну-ну-ну-ну! Я походу. А, вон, я вижу, светится. Хочу круассан! Капец! Такой свеженький, хрустященький. Можно с рыбой и сыром. Селедкой с красной рыбой. Что, мне еще где-то надо найти? Сюда. Я кушать хочу.
Блин, красиво, слушайте. А где второй пиздюк, который со мной был? Интересно. Да, сама бы я в жизни никогда бы не догадалась, если честно. Легкая наркомания. Не, ну это такая типичная, типа, бродилка с загадками, просто определенного, ну, определенной такой манеры. Вот, но мне кажется, я себя просто чувствую очень тупой в ней. Я, типа, вообще не могу не сориентироваться, ничего. А еще я кушать хочу. Какое-то метро в древнем городе. Айс придумали. Це Дубай! Понятно, ребят, нам про Дубай. Это игра про Дубай. В нее нужно играть после Лола, когда сгорит жопа. Ну, кстати, правда, да. Вот я нажимаю, чтобы она все время шла прямо, при этом я не нажимаю кнопки в бок, и я не дергаю мышкой, и она почему-то уходит в бок. Как это вообще? Почему так? Так, здорово, мужик. И чё теперь? Куда нам с тобой идти? Это что за пиздюк? Это она нас будет вести, куда идти? А вы не хотите мне дать, алло? Сука, можно кикнуть второго урода?
Они не пополняют мне, что ли, ни хрена? Я думала, они пополняют. А, все, дальше надо, короче, самим идти, да? Окей, я просрала. Это не человечек, а душа человека. Я тебе говорил, это дзен-игра, это мечта. О-о-о. Камушки какие-то на песке. Попук не ублюдок! Спасибо! Конченый. У меня сейчас с него жопа сгорит в этой великолепной дзен-игре. Ну пополни! Ух ты, блядина! Этот игрок играет третий раз. Да почему я первый раз играю? Я поняла, что, блин, если мы будем друг с другом это юзать, то, типа, пополняется запас. А он не понял. Третий раз играет, блин. Че первый раз? Кто тут тупая, я или он, блин? Лучше бы эту игру сделали соло. Без никого, потому что у меня сгорит жопа. Мне кажется, я не туда иду, ну ладно. Да похрену, к кому меня перекинуло. Здорово, Зевсик. Я тоже думала, что это соло-игра. Ой, додумался, додумался! Куда идти-то? Вот это я? Блин, где я? Извиняюсь. Я немножечко потерялась, а?
Пути! Пути! Да ты, сука, пути сказала! Так, метро поехало дальше. Угу. Пойду, водку найду, пойду, водку найду. А вы такие писюшки, вы маленькие писюшки. Та-ра-ра. Да-да-да. Саунд маленький писюшка. Просто лапаушка. Блин, слушайте, у меня либо я простыла так, либо у меня какая-то жесткая аллергия. Причем я чихаю, у меня аж вот тут болит. У меня такое бывало только, когда я вот после косметолога приходила, после различных процедур. И мне настолько аллергия была обострена, что у меня болело вот тут вот все эти гайморовые пазухи болели. Жесть. Не, пробивать мне ничего не надо. Так, нормально, он едет сам. Даже нажимать ничего не надо, сам едет вообще шикарно. Блин, че ее вечно в бок куда-то ведет? Или его? Не могу понять, это мужчина или женщина. Осуждаем суицид. Ты побежал? Давай, Зевсик, пока-пока. Ни хрена не поняла, ну ладно.
Блин, у чувака длиннее шарф, чем у меня. Значит, надо тут искать. Вот надо туда подняться. Я, возможно, даже что-то пропустила. А как мне туда подняться-то? Что за тишина? Да, вот такая. Блин, ну, типа, мне надо вот туда. Мне надо вбок. Эта херня поднимает наверх. А что там летает? Надо подпрыгнуть, нажать и полететь. Что вот эти здесь летают? Почему мне белым светится, понять не могу. Надо как-то, наверное, зарядиться, да, чуточек? Сейчас попробуем. Ну-ка, заряжайте меня полностью. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Она даже не летит вверх. Он даже не летит вверх. Мне сейчас жопа бахнет. Я так настроение себе испорчу. Я не знаю, как туда идти. Типа, тут ничем нельзя подпрыгнуть, и она просто не летит вверх. Там, где их много, подпрыгни, нажми, чтобы они понесли. Так они несут наверх. Ну ладно, давай попробуем. Нормально. Ты шо? Мне не такие игры, я становлюсь еще более дикой. Так, тут ничего нет уже, все, можно лететь. Медитативная игра, в которой горит жопа. Ну это просто у меня горит жопа. Остальные люди здесь релаксируют, а у меня горит жопа. Кайфуй от горения жопы.
Не, ну то, что так катаешься по песочку, мне нравится. Что мы ниже спускаемся, и все темнее и темнее становится. И все. Плюх, и все. Почему она мне тут белым светится, понятно. Это типа а-ля подсказки, что ли? Блин, я, кстати, хотела сейчас, если я сверну игру, о, она будет идти. Где он есть-то? Я засыпаю под эту игру? Ну так это ж хорошо, она вроде должна как раз-таки быть релаксивной, но у меня все равно жопа горит в ней. Типа, стабильная моя ситуация. Мне кажется, я в любой игре буду гореть. Да я поняла, что это бог-саунд, ты мне уже не первый раз говоришь. Ага, короче, было все классно, а потом пришла непогода. Давай, давай, конец. Так, вот там еще были штуки какие-то тоже. Так, а здесь есть эти светящиеся, чтобы пополнить шарфик себе, не? Вроде больше нет здесь ничего светящегося. Ладно, валим дальше. А почему я теперь тут одна? Или мой тип уже просто далеко вперед ушел? Нет уже? В смысле, нет уже? В смысле? Так, я тут. Чё, в темноте, в непроглядной идем куда-то? Но оно светом показывает, куда идти, насколько я поняла. Слышишь, Саунд, а у меня вопрос. Если, допустим, вот я сейчас выхожу, то что, оно, процесс не сохраняется мне потом с самого начала играть или чего?
То есть они не хотят меня, это самое, да? Ну ладно. То есть мне не обязательно их поджигать, да? Просто подняться по ним надо. Так, ну тут мне надо вниз, я так поняла. Это одеяло еще бегает? Ну пока что еще да. Хочу. Да иду, я иду. Нет, абсолютно не релаксивная игра, все. Слышь, ты покушал только что. Дискорд глянь. Грехи и пороки, которые тебя могут сожрать. Я думала... Здесь можно спокойненько. Походить. Но нет. Это мне наглядно показали, да, что он может сожрать, типа. Главное, чтобы он резко не нападал, потому что я обосерусь. Не, ну игра прикольная, слушай. Блин, ты шучу, Дин! Долбоёб, блядь. Извиняюсь. Можно мне игру там, где, ну, не надо вот это во всего? Плиз. И куда мне? Фух.
иди по левой стороне, а я по правой пошла. Блять, тут же этот дятел. По левой надо идти. То есть, если я пойду по левой, этих дятлов больше не будет новых, да? Ну да, логично. Хотя, может, он сейчас реагирует своим анальным глазиком на меня. Блять, нахрен. Иди нахрен. Мы с моей тоже сегодня отдых от кухни устроили, заказали 300. Ой, идите нахрен, заказали они там. Плавать. Господи, папи. Спасибо. Короче, мы сегодня, походу, два фильма только смотрим. Завтра тогда третий посмотрим. Не, я не люблю, кстати, с угрями эти всякие. Это что, небо? Походу, небо. И небо голубое. Да, будет. Будет, чампик, будет. Так. Looks like Java Haven. Maybe. It's really like a haven, like a dreams. So you need to walk through your... I don't know how it in English. So... Something like this. I tried to explain, but I think I'm tired. Все-таки, походу, я это устала уже от игр. Блин, я уже на самом деле очень хочу съездить в этот, в Новгород, опять отдохнуть от компа, от всего, вот, вернуться отдохнувшей, счастливой. О, там наверху штука. Надо наверх подниматься, типа, да?
Да ёб твою нахер за ногу! Привет, Женова. Привет, пупсик. А чё дальше? А куда дальше? Воу-воу-воу. Мы не туда. Нам надо выше, да, вот туда. По цветочкам, наверное. Это что такое? Кит какой-то. Он меня тоже сожрать может или нет? Не, это хороший какой-то, походу. Чё-то не совсем понимаю, куда мне нафиг надо. Откуда ты про все это узнал, Саунд? Ты гуглил, что ли, или че? Ага, вон мост какой-то. Она сделана по книге «Человек с тысячу лиц». А-а-а. Понятненько. Чё, нет, тут нету? А куда мне тогда? Просто наверх? Ну ладно, гоу наверх.
Спасибо за фоллоу. Welcome. Ладно, побежали. Я вроде все собрала. Конечно, не точно, что я все собрала, но будем надеяться, что все. Так. Че там, до конца еще много или я даже половины не прошла саунд? О, зима? Снег? Да ну, не гони, песок же был. Не гони, снежок. Прикольно. Два уровня осталось. Короче, легче уже допройти, да? И это, и тогда закончим. Я тоже так хочу уже зимушку и это самое. А что это за металлические херни? Они какие-то подозрительные. Они подозрительные. Поэтому я к ним иду. Не? Что дуить? Что так сильно дуить? Верочка, привет. Не дуй! А что, я дошла к краю? О, меня сдуло нахрен, ладно, уходим тогда. Тогда, походу, я не туда пошла. А, ну а тут конец. То есть мне, короче, надо как-то к мосту наверх. А как в душе не чаем? Угу. А, Лола, ну из-за холода, короче, пропадает. Да ну, не гони. Серьезно? И чё? Ага, и ни хрена. А как мне тут быть? Я в душе не чаю просто. Ну я не долечу, это бред какой-то. Вперед. Ну ладно. В мире много вещей, которые за холода пропадают. Макарчик такой писюшный. Он маленький писюлик. Thank you.
пойду. Как мне игра? Ну, прикольная на самом-то деле. Но, типа, было бы, если бы я в нее сама играла, я бы не догадалась бы ни хрена бы. Так, только не сдувайте меня, плиз. Я вот тут постою, можно вот так вот? Супер. Отлично, я додумалась. Отлично. Давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Блять, спасибо. Ля, мы как будто на кофеечке плаваем. Вы знаете, на кофеечке пенка такая. И вот мы на ней плаваем. Так, я не вижу ни хрена. Давай. Дуй. Смотрите, как снег это колышется. Реально, как пенка на кофе. Не, ну я сама играю, но мне же чатик подсказывает. Только давай быстрее, 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 быстрее. Да быстрее, блядь! Спасибо. Не, ну то, что то игроки были, я знаю, да. Давай, 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 давай. Давай вот сюда спрячемся. Последний разочек. Так, а теперь меня сдует или нет? Нет, по идее. Тут есть секретный костюм, если интересно, можешь получить. А что там двигает? А, это мой замерзший друг. Сюда иди. Не, все, он дальше не пойдет, типа. Ладно, нафиг. Головишка болит, блин. Блин, камера сама поворачивается, бесит. А еще вот этот вот снег, который как пена на воде, это вообще. Привет, Ашот, мама. Ты сегодня какая-то другая, какая другая? Так, ну-ка. Секунду. Температура не изменилась, но мне стало жарче. Какого хрена? Кушать хочу, тошнить начинает, блин. Не люблю, знаете, когда долго не кушаешь, становится плохо, голова болит, блин, жрать охота. Здорово, Грюм. Сюда можно прийти не одному.
Да я знаю, но мой чувак, которого стакнули со мной, где-то оделся. Не знаю, где он. Вдвоем намного интереснее, если напарник не говноед, а? Так. Блин, а что меня сдувает так? Охренеть. Я-то дойду до конца, чи не? Иди по левой стороне. По левой. Окей, иду налево. Блин, я, короче, сейчас дубу дам, мне кажется. У меня платьюшко замерзло. Так, идите отсюда, молодой человек. Что-то мой этот дар не работает в холоде. Вплотную к черной скале. Ладно, окей, иду. А что так тяжко? Блин, как в этом, знаете, как в Гарри Поттере эти дементоры летали. То же самое, стрёмная херня. Кушать хочу, плохо мне, блин, сейчас ныть начну. Я уже начала. Верочка, я нарастила. Также иди под скалой. Окей, 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 окей. Под скалой, под скалой, под скалой. В смысле? Ну, еще ты не идешь, давай. Мы с Питочком большой-большой секрет. Жалко, нельзя тут включить, чтобы она автоматически шла, а я пошла пока поела. Это мне уже реально херово. Плотную сожрут, та ёпарасоте. Я просто даже, если честно, не вижу их тут. А, поняла, поняла, поняла.
На паузу и беги за бутерами. Блин, я не помню, есть ли у меня хлеб. Есть ли мне из чего делать бутеры? Я знаю точно, у меня есть яблоки, есть помидоры. Есть перец сладкий, еще не доела его. Вроде больше ничего нет. Сколько раз я перепроходил, не сильно-то они и видят. Можно и без хлеба. Да не, у меня там есть, ну просто надо готовить, а у нас же что-то стрэм. Я не знаю, у меня в последнее время, знаете, какая-то такая апатия вообще. Не хочется ни общаться, ни видеться с людьми, ни гулять, никуда не ходить. Вообще ничего не хочется, я не знаю, даже... Не, ну играть там типа хочется. Вроде хочется смотреть какие-то сериальчики, но при этом я их не смотрю. То есть, ну, какая-то вот такая вот апатия странная очень. И она немного раздражает. Я не люблю такое у себя состояние. Да мне яблоки вообще и... Блядь. А, дует! Дует, сука, дует. А тут надо это даром пользоваться, чи не? Не, походу нет. Ну, я скоро поеду же в этот... Поеду в Великий Новгород, оттуда я там еще в Питер на денек сгоняю, погуляю. То есть у меня не будет где-то дня 4-5. Вот, и как раз отдохну. Ну да, я типа какое-то у меня эмоциональное выгорание, вообще ничего не хочется. Блин, давай! О, хорошо. Так я это... Я ж не летать, я на поезде поеду. Я-то летать боюсь, сколько я и летала в своей жизни, но у меня еще эта фобия вообще жуткая. Не боюсь летать только в бизнес-классе. Так, подождите, а что тут светится? Что, я что-то забыла? Нет? Это просто баг такой? Ладно. А кто там? Там вон тип какой-то. Я летала в кукурузнике. Я летала, Димочка, это типа забей. Мы когда-то с девочками поехали на отдых на какой-то то ли греческий, то ли херово какой остров.
И туда добираться только на этом самом... А чё оно? Оно не восстанавливает. Оно не восстанавливает нихера. Там какой-то был вот прям вообще такой, знаете, доисторический, с пропеллерами огромными. Там, ну, такой он был прям вообще жесть. Помолчите пока. Александр, ты сейчас получишь пизделей. Я не понимаю, как, куда. Ну, прямо я не могу. Значит, мне надо идти как-то под стенкой, но меня все равно задувает. Ну, как наверх, если меня задувает? Нормально, тут уже не сильно сдувает. Жесть, я уже льдом вся покрылась. Я вообще дойду тут? Что-то капец. Так вообще, как будто меня откинуло вообще хрен знает куда. Так, я еще больше льдом покрылась. У меня уже бедолага еле идет. Сейчас хоть не сдохнет. Мне кажется, он сейчас сдохнет, если честно. Ну, все? Все, походу. F. Игра пройдена?
Ко мне боги спустились. Здорово, дрон. Аллилуйя. Чего? Да ёб твою нахрен за... А как мне подняться наверх тогда? Можно узнать? Просто лететь? Но мне ж не хватит сил. Мне вот туда надо прямо? Или просто наверх? Куда лететь-то? Мне лететь вот налево? Или наверх? Налево, наверх, наверное, да. Но если с тем учетом, что красный там, значит, наверное, там надо туда лететь. К вершине. Блин, ну тут мне, наверное, не хватит полета. Хватит. Прикольно. Блядь, я туда прилетела или нет? Помогите. Ну, вроде сюда ведет дорога. Значит, просто вниз надо, потому что больше некуда. Thank you.
Я просто не понимаю, что происходит. Six hours later. Антиферечка, привет. Тут не найдешь игрока, у каждого свой символ, у тебя присоединяет рандомно. А, символ еще какой-то, жесть. Если б не наушники, я бы проснулся завтра вообще. А почему? А чё наушники-то? Начни сейчас заново, он будет другой. Не, ну мы-то сейчас пойдем уже смотреть кино. Он меняется каждый заход. И типа ты каждый заход проходишь как-то по-разному или что? Что мы опять медленнее идем? Ты же орешь как сапожник. А, извиняюсь. Все, ребята, мы пришли к белому свету. Бля, я сейчас ослепну. Где это мы? И чё? Здорово, мы очутились на кладбище. Сколько ты в нее уже играешь? Почти 2 часа, без 15 минут. Thank you for playing Journey. Все? А какой конец есть повествования там, типа... Нет? Ясно. Не, ну я вначале просто тупила очень сильно, поэтому мы это, наверное, так долго. Могло быть еще, кстати, дольше. Я что-то слишком быстро сориентировалась. Не, ну игра неплохая. Но половину смысла я не поняла. Тут, наверное, какой-то высокий смысл, там, бытия, мироздания, ощущение всех грехов, мечт и прочего. Но я слишком тупая для этого, извините. Типа, сори. Но она симпатичная, я люблю такое. Это за 2 часа игру можно пройти, да? Да. Ты борщ варить умеешь? Ну, умею, но, типа, последние разы, которые я делала, я сидела на туалете долго, но там, не знаю, я варила с подружкой, папа, типа, съел борщ и сказал, все нормально, все гуд, а у меня прихватило живот. Очень глубокий смысл, как один народ жил и погиб.
Нет, это ты говоришь прям вот ту историю, которая здесь рассказывается. А изначально смысл, я думаю, здесь заложен вообще другой. Так, ну что, спасибо большое Саунду за подаренную игру. Вот. Я, в принципе, рада, что мы так хорошо провели вечер. Я обязательно закину запись на YouTube. Вот. Но все равно удаляется с Твича все. Вот, поэтому я бы хотела сейчас уйти на ребут. На ребут стрима. И начинаем смотреть киношку. Вот, поэтому давайте 5 минут. Я перезапускаю стрим и идем смотреть кино.